Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал качество содержания территорий в поселке Горки Вторые. Особое внимание во время обхода было уделено сезонным работам по устранению ям на дорогах и состоянию контейнерных площадок. Руководитель муниципалитета ознакомился с тем, как функционирует система контроля планирования дорожной инфраструктуры. Через мобильное приложение специалисты фиксируют дефекты дорожного полотна. Подрядчик берет их в работу, устраняет дефект и делает подтверждающее фото. По каждой яме в мобильном приложении указаны ее координаты и предварительный объем работ.